Карапузов. Это удар и это гол! Все начал Карапузов. Кажется, был и небольшой рикошет, но в любом случае счет становится 1-0. Фомин за брос на Макарова. Выход 1-1. Уходит от голкипера Денис. Будет ли гол? 2-1! Динамовцам далеко не всегда удается и мяч доводить до штрафной площади. Я уж говорю, не говорю, вернее, про то, что удается редко бить. Вот сейчас момент хороший! Штанга! После этого мяч летает в сетку ворот. Это Грулев воспользовался великолепным пасом. 3-2. Еще один момент! Еще один гол Грулева! Дуплетом выстреливает Вячеслав. Два забитых мяча за две минуты. 3-3. Ну, Ждем. Минут 10, может быть, получит. А сейчас Федор Смолов забьет. Ну что, это гол. Это выход 1-1. Отличная перекличка среди болельщиков. Удар поворотом и рикошет. Автогол. Динамо забивает. От Лукина, по-моему, мяч отлетел. И 6-3. Вот такой вот удар поворотом. А я бы отметил перекличку болельщиков. С главным тренером, с его помощником. Ух ты, какой заброс! Ух ты, какой прием от Гладышева! Гладышев, Ярослав! 1-0! Вот это гол, красавец очередной от Ярослава, который заслуживает и аплодисментов Марцела Личко. Естественно, взрыв аплодисментов, даже если вы сейчас в простом офисе находитесь и аккуратно в наушниках смотрите трансляцию на Динамо ТВ. Да разбудите офисом криком!